Всем привет! Всем привет! Сегодня мы приехали в такое интересное место, на интересное мероприятие. Мы приехали на выставку старых автомобилей BMW. И не только. И не только. Да, и спортивных автомобилей, вон там уже едет. То есть тут можно посмотреть машины старые, какие-то первые, спортивные. А потом можно сходить вроде как в музей BMW. Да, потому что он сегодня открыт, а вышел по субботам не открыт. А находится он на заводе BMW. Здесь, BMW, в нашем городе, ну, в соседнем от нас городе, скажем так, да? Наш? Ну, неважно. Короче, смотрите, думаю, будет интересно. Так, с чего тут начинать-то? Просто BMW-хи стоят всякие. Какие-то палаточки. О, там, смотри, Porsche старые. Ну, давай пройдем, посмотрим с самого начала. Так, это что-то, наверное, от завода, я думаю, да? Ну, скорее всего. Просто стоит выставочная какая-то. Тут кто-то подъехал, капотик свой открыл. Так, ну тут просто стоят такие не очень старые. Это уже, видимо, люди сами привезли. Приехали. Да, да, там было написано то, что будет выставка машин. И вместе с их владельцем. О, смотри, какая. Тут. Porsche. Каких-нибудь. Так, я в машинах не разбираюсь. Таких старых, так что это, не судите меня, потому что я буду только показывать, рассказывать я о них ничего не могу, могу только показать. Вот такие всякие старые красивые тачки. Ну и не только старые, да? Поршики. Хотя вот этот старенький BMW кабриолет. Ну-ка давай внутри поснимаем. Сейчас прохладно на кабрике ездить. А тут что-то такое прям нереально огромное, спортивное. Какой-нибудь 6-литровый движок, наверное. О, смотри, какая Audi. Audi с движком в попе. Слушай, прикольно. Купи мне такое. Да, сейчас. Закончим экскурсию и сразу же забежим в магазин. А? Бабушка такая миленькая, видите, в розовом. Вот на вот этом Поршике приехала. Наверное, они примерно ровесницы, она с палочкой вышла. Такой маленький Поршик с кожаной крышей. Прикольненько. Старенький. У него тоже двигатель сзади. Вот что могут себе позволить пенсионеры в Америке. Американские пенсионеры, да, на чем ездят? Да. Ну а что, это старая машина. Это же, можно сказать, наши пенсионеры тоже могут на каких-нибудь там ВАЗ-2109 67-го года ездить. Вот такие. Ой, 21. На копейки имею в виду. Да, вот старенькие. Это, наверное, какие-нибудь типа, не знаю, BMW какой-нибудь третьей модели, может нет, я не знаю, я не помню, на самом деле. А, вот здесь написано, 88 год, 415, а, это, не знаю, модель, а, 528 BMW, 88 год моего рождения, моя ровесница, только что про бабушку рассказывал, теперь моя ровесница, смотри, 88 год, коробка автомат. Всякие кнопочки, короче. Угу. Ну, нормально, да? Прям как в «Жигулях». Так, а тут такая же, а это кабрик. Ой, кабрик, не кабриолет, а этот, купеха. Сзади сиденье на 2 человека рассчитано. О, эти такие сиденья прям такие удобные. Ну да, кожа, рожа, угу. Все такое. Тут что-то, какие-то, видимо, мощные движки. V-образный какой-то двигатель. Не знаю, какая мощность, конечно, но, наверное, мощность вообще капец просто.
О, смотри, там Феррари стоит или Ламборджини. Пойдем посмотрим. Тут стоит Импреза. А вот это вот Ламборгини. Блин, красавица какая. Высота-то, посмотри, какая у нее по пояс. В ней кататься надо лежа. Затонировано, не видно ничего. Блин, ну красавец, конечно. Первый раз так близко вижу такую машину. Это бак, он где-то в салоне прям, да? Движок сзади, там где-то бак в салоне. Блин, красота. Так, тут дальше старушечка. Ну, тоже с огромным двигателем, да? С вышечкой, нет, не вижу. Ну-ка, обойдем. А, нет. Не огромный. Но все равно такая старенькая какая-то. Тоже кожа, рожа. Но механика. Вот здесь уже механика. И вот это вот просто что-то с чем-то. Я даже не знаю, что это. Триумф. Триумф. Двухместный. Это же не сиденье сзади. А как туда сядешь? Очень маленький человек. Да, это что-то с чем-то вообще. Триумф. Я даже не знаю, чья это. Чей это автомобиль такой, Триумф? И какой год? Почитаю, напишу. Красивый. Так, тут кабрик BMW. Как раз ко дню Святого Патрика. Да, да, кстати. X6. Ой, кстати, я ни разу X6 не видел, как внутри выглядит-то. Надо же будет покупать, когда буду BMW, надо выбрать, какой X5 или X6. Ну, ничего, ну красный как-то мне не это, да? Не нравится. Не пойдет. Всегда красиво смотрится. А багажник большой, X6? Нормально. И вон сумка с запчастями для BMW есть, если поломается сразу. Фирменная. Так, тут еще один маленький двухместный кабриолет. Плохо видно. Тряпочная крыша. Вот это катки. Фига себе. Кабриолеты одинаковые. Что хоть за модель-то? Ну-ка, давайте посмотрим там сзади. Что-то за двухместная такая кабриолет. Z3. А это Z4. Это, видимо, посвежее уже. Угу. Это какая-нибудь, наверное, семерка. 700 какая-нибудь. Непонятно. А вот это что такое старенькое? Ауди. Аудюшечка. Какая-нибудь, не знаю. А, сколько? Quattro. Audi 4000 CS. Я даже такой не видел. Quattro. Это что значит? Это полный привод, да, наверное? Такая в хорошем состоянии. Годов 80-х, я думаю. Так, это что-то... Ух ты, какая BMW спортивная. Такое я тоже не знаю, что это такое. Прям что-то такое космическое, смотри, какое. Такая прорезь тут, воздухозаборник какой-то. Офигеть. Я даже не знаю, что это модель. Может, электрическая, может, гибрид. Такой маленький-маленький салон. Вот это что за купе? Тоже прикольно выглядит, да, такая? Блин, я не знаю, я кроме BMW 5 и 7, 5 модели, 7 не знаю. Так, это М4. Какая-нибудь супер дорогая, наверное. А здесь у нас... А здесь у нас... Тоже BMW, что-то старое, на механике, что-то вообще тоже 80-х годов, как минимум. Это у нас называли такие эти морды акула в России. Ну, это вообще капец.
Как копеечка какая-то. Так, сколько... Какой год? А, тут цена 6635. 2002 год. 2002 год? А, 73-й год. 73-й год. Комбинированный салон, механика. Ну и вот такое. Пахнет, знаешь, жигулями старыми. Прикольно. Так, дальше пошли. Тут у нас поршки стоят. Один такой свеженький. Ну, это понятно. А этот старенький тоже. Это как у той бабульки. Типа того что-то. Carrera. Porsche Carrera. И это Porsche Carrera. И это Porsche Carrera. Только разных поколений. И Porsche Carrera S. А, ну такая же как-то. Ну ладно, весело, интересно. Мне на самом деле очень интересно. Я на таком еще ни разу не был в мероприятии. Тоже Porsche какое-то с фарами, знаешь, такими вылазящими. Да, им надо было открыть их. Да? Да, было бы классно. Еще Porsche какой-то. Там что там, багажник открыт, да? Aston Martin. Смотри, какая красота. Задние крылья такие прям вообще дутые. Ну вот эта аудюха мне, конечно, больше всего нравится. Это на что? V10. Офигеть, V10. Audi R8. Вот это вот V-образная десятка. Я не знаю, каким объемом. Наверное, литров 9 каких-нибудь, 10. Да. Красота. Она двухместная. Что-то тут, короче, такое космическое. Но не совсем новое. Но, блин, крутая тачка. Так, еще тут кофе дают. На халяву. Ну, по-русски на халяву. Наверное, по-американски просто дают кофе. Что-то куда-то можно записаться, но мы этого не знаем. Для нас это останется тайной. Мы просто возьмем кофеечку. Oh, it's black? Mm-hmm. Okay. Thank you. А вот и сам завод BMW. Пришли на него, сейчас пойдем в этот, в музей. Короче, выстроились такие машинки. А тут такой вестибюльчик. Не, не вестибюль. Ну, короче, проходная на завод, наверное. Тут прям капец, сразу нас встречает Формула-1. Болид. Как они там помещаются? Да. Резина. Где-то тут двигатель спрятан. О, на одном болту. Так, ну вот тут машинки. BMW-шечки такие. 99-й год. Z8. Вот такая вот. Красивая вся, кругленькая, как мячик. Это у нас 89-й год. Двери поднимаются вверх. Двухместная. Z1.
Тут посвежее. 86-й. А, не, не свежее. Тоже старенькая. М3, М-очка. А это какой-то раритет. 34-й год. Обалдеть. Вот это аппарат. 34-й год. Представляете? Это что за агрегат такой? Знак аварийный выдвигается. А тут 30-й. Офигеть. Колеса спицевые. Два места. Ну так, я бы сказал, даже одно. И попа треугольная. Да, круто. А это что-то новенькое. Что-то электрическое. Да. Лючок впереди, это электромобиль. X5. Ну, X5. Все видели. Тут еще одна какая-то типа эмочка. Да, наверное. О, такой я не видел ни разу. А, это Z4. Это Z4? А вот это вот у нас Z3. Такая интересная форма. Не видел такой ни разу. Это я тоже не знаю, что за модель. Тоже похож на электромобиль. Судя по тому, что решетки впереди нету. iX. BMW iX. Да, похоже, электричка. И какая-то троечка, походу, свежая. Или пятерка. Ну, это такое свеженькое. А, четверо, i4. Наверное, гибриды. Конвейер, как их собирают. Нет, вот это я еще не видел. М4 стоит. Спортивная купеха. А вот это вот что-то такое. Какой-то болид спортивный тоже. Даже не знаю, что за модель. 50. Видимо, участвовал в гонках каких-то. Так, а это что-то с чем-то. Я вообще не понимаю, что это. Сейчас по кругу обойдем, посмотрим. Но это... Тут багажник сзади такой. Наружный. Колесная база. Вот, для сравнения, моя рука. Две мои ладошки. Привод какой-то. Двигатель маленький там же внутри. А, нет, двигатель спереди. Или сзади. А, нет, сзади. Да, вот оттуда выхлоп найдет. И самое интересное, что у него вход через капот. Двухместная машинка. Я такого не видел никогда. Ха, прикольно. Так, ну это свежие иксы. Это, я думаю, представлено то, что они здесь собирают. X4, X5. Это не знаю, что-то побольше. Что это? X5 какой-то. Не знаю, какой-то другой. Ну и тут такие же. Видимо, разные комплектации. Вон X6. А нет. Или да, не знаю. Видимо, какие-то другие комплектации. А вот это что-то большое. Это уже... Прям таки X7. О. Да, это X6, а это X7. И, конечно же, мотоциклы BMW. Куда без них. Такие тачки. О, скутер. BMW выпускает даже скутеры. Ну, наверное, мощность не уступает мотоциклам. Ну и, конечно же, сувенирный магазин. Куда без него, да? О, можно купить себе лисапед за $79. BMW. Кружечку, кепочку, сумочку, футболочку, все, что хочешь. Все, что тебе захочется. Даже набор для виски за $400. А это прикольно.
43 доллара. Обалденная. А что это? Просто машинка или... Модель. Рамка для номера, чехол для телефона, пожалуйста. Ой, кафешечка с немецким пивом. Ну, надо взять себе баночку, да? Дом попробовать. Ну как же, побывав на баварском заводе, не попробовать баварского пива, да? Угу. Взяли бутылочку пива, двоих темного, дегустировали. Привезено из Германии. Да. Там разное пиво. С собой забрать не разрешили. Да, с собой нельзя. Придется пить здесь и ехать. Тут 0,33 немного. В Америке можно чуть-чуть, пригубив, ездить на машине. Но это чисто для этого, попробовать. Пить будет Настя. Знаешь, по вкусу? Как мы в Польше пили разливное пиво, темное. Ой, прям как я люблю, да. Видишь, я правильно угадал. Очень вкусно. Там специально есть обученный человек, который рассказывает про любое пиво. Запомнить бы, конечно, название, но вряд ли мы его найдем в магазине. А я такое видела в магазине. Да? Да. Мы сфоткали. Угу. Как тебе вообще завод понравился? Ну, не завод, а это музей. Музей при заводе. Ну, небольшой, но прикольный. Двух нельзя машину открыть, залезть. Ну, а так это прикольно. Машины старые. Угу. Здесь еще можно, это сам музей при заводе, но также можно бронировать туры именно по заводу. Может, в дальнейшем как-нибудь мы и сходим. Да, может, сходим. Посмотреть, как собирают BMW. Здесь в основном собирают вроде как иксы на этом заводе. Ну, просто интересно, не до конца еще знаем язык, а лучше, когда знаешь, чуть-чуть подучим, потому что интересно именно как производство и все. Чтобы понимать, что нам говорят. Решили купить машинку. Сын, он нас собирает. Какого цвета? Темно-синий? Нет, не эту. Вот моя. Вот эту я выбрала первый раз. Ну, давай эту вот. Ну, давай. Такую возьмем. Стоит 8,50. Выбрала себе машину? Да, вот она. Это? Да, мне очень нравится. Я думаю, мне подойдет. А детей куда сажать? Это ездить в магазин за хлебом. За хлебушком? За хлебушком. Чтоб на такси не ездить, да? В общем, побывали мы в музее BMW, нам очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Мы впервые видим такое количество BMW. Да. BMW, да, было? Старых, новых, всяких.